В начале данного видеоролика, ребята, хочу вам всем порекомендовать канал под названием Live Style. На его канале вы найдете различные влоги, челленджи и так далее. Ребята, переходите и подписывайтесь. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш Кент АПК решил провести очень необычную сходку, потому что, ребята, это не просто сходка, это у нас получается клановая война плюс сходка, то есть, ребята, мы делимся на две команды, то есть, эти две команды это мои подписчики, и мы, ребята, будем ПВПшиться. Блин, Кента убили слишком рано, я умер молодым, но в то же время я тоже кого-то убил, это хорошо. Ждем, пока все зайдут. Пока что онлайн 4 человека, но я, ребята, уверен, что буквально через, не знаю, через пару минут уже будет 12 из 12. Потому что я разместил всю необходимую информацию у себя на странице, и нам, ребята, надо просто ждать. Ждем, пока все зайдут, и тогда уже будет мясо. Вот геймер про негодяй, ты чё убиваешь моих подписчиков? Ты чё, они мне как братья? Эх ты, негодяй-то, негодник. Ну что, ребята, мы продолжаем нашу нелегкую битву. Ох ты, мой сладенький, первый пошел. Ну, кто там дальше? Ну, иди, давай, выходи сюда. О-хо-хо, Кента пока сделал минус 2. Да, ребята, это было очень мило. Пока что 7 человек, но это, ребята, далеко не предел, потому что мы знаем, что мы можем гораздо больше и гораздо лучше. Парень пишет, Кентуха, ты снимаешь? Братан, я Дмитрий Азимов. Ну, красавчик Дмитрий Азимов, я рад, что... Что ты пришел ко мне на сходочку. Ага, синяя команда побеждает. 4-0. Ну, ребят, ну мне прям скучно. Ну, чё-то вообще вы ни о чем. Красная команда. Ну, я не знаю. Ну, можно было как-то постараться. Чё-то у вас вообще какой-то скилл донный. Хотя я смотрю, что у них уровень гораздо больше, чем у нас. То есть у них там и 40-й, и 25-й. Так, санука. И никого тут нет. Ну, окей, крысить больше не будем. Будем идти, ребята, прямо в бой. Так, надо перезарядочку. А, хотя у меня 40 патронов, ну ладно. Ну, давай. Так, ладно, все, я беру дигл, я зол. Братан, тебе просто не повезло. Все, давай, спокойной ночи, геймер 1, 2, 3. Ну, все, пацаны, пока, давайте отдыхайте. Кента пока идет вас всех нагибать. Так, ну чё, сколько нам еще осталось? Ага, остался один живой. Ага, один на один, да вы что? Остался один парень с красной команды, остался я. Хорошо, я понял. Намек понятен. И сейчас у нас будет ПВП один на один. Так сказать, дуэль, что ли. Ой-ой-ой. А, вижу. Так, а ну-ка он где-то тут, я прав? Да-да-да, ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ай-яй, ну почти убил. Ну, как мы знаем, почти не считается. Беру в руки АК и иду добивать. Ай-яй-яй, ты чё меня обошел-то? Вот хитрец, да, ребят? Слушай, хитрый парень взял, обошел кента. Не, ну я, конечно, все понимаю, ну давай, иди сюда. Будем с тобой драться. Кента убили. Эх. А все так хорошо начиналось. Счет 4-1. И, к сожалению, ребята, мы один раз проиграли. Так, ну-ка. Идем, не спешим, просто ждем. Они сами к нам придут, я не знаю, куда вы спешите, синяя команда, куда вы спешите? У меня только один вопрос. Моя команда. Вот, блин, меня самого убили. Так, 8 человек, ну, ребят, ну, чё-то маловато. Потому что я до этого проводил еще одну сходочку, буквально за пару минут зашло 12 человек. Ребят, ну, не знаю, как по мне, чё-то маленький онлайн. А, там где-то был парень, я только что его видел. Давайте, ребята, перезарядимся и вперед его убивать или добивать. И сейчас мы все это узнаем. Опа, пока. Спокойной ночи. И команда синих побеждает. А у нас в команде 5 человек. И мы, ребята, побеждаем. Счет 6-1. Конечно же, команда Кент АПК тащит. Кстати, чтобы быть в курсе всех сходочек, то, пожалуйста, ребята, перейдите ко мне на страничку ВК и добавьте меня в друзья, потому что о всех сходках я пишу именно там. Поэтому давайте, добавляйтесь ко мне в друзья. Всех приму, буду рад. И только что я кого-то убил. Вот это красавчик, да? Вот это я раздал. Ой-ой-ой-ой-ой, братан! Ты чё? Ты чё? Нормально же общались, подожди, да, я перезаряжусь. Вот это поворот, конечно. Вот это, конечно, мясо. Да ну как? Сколько у него там хп-то было? Ага, это меня убил Лорд Феникс. Ну, кто бы, ребята, сомневался, это был Лорд Феникс. Это наш нагибатор 228. Взял и убил Кент АПК. Вот негодяй. Парень пишет, Лорд Феникс лучше. Да, я не спорю, это Рият Махмедов, ВК подписан. Классный парень.
Так, я только что по кому-то попал, но я его не убил. Это, ребята, конечно же, плохо. И команда синих побеждает. Счет 7-3. И, ребята, как я говорил, онлайн 12 из 12. Команда красных побеждает. Что-то, ребят, они нас уже начинают догонять. А у меня к вам есть одна небольшая просьба. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. То есть, если будет много лайков, то, конечно же, ваш скин ДПК буквально на следующей неделе уже пройдет следующую сходочку. Да тем более, ребят, это не просто сходочка, это сходочка плюс клановые войны. Как по мне, это два в одном, и это очень круто. И счет мы вообще проигрываем. Так, все, ладно, я что-то уже заговорился, надо уже играть, потому что что-то говорю. И мы, ребята, в то время начинаем проигрывать. Все, Кента ПК уже собрался, так сказать, все. Ну, все, кто на нас? А ну кто пойдет на Кента? Давайте. Вы что там прохлаждаетесь? Блин, ну я только начинаю смотреть в одну сторону, нас убивают со второй стороны. Чё-то, ребят, вообще мы расслабились, притом жестко расслабились. И это, конечно же, меня не радует. Вот смотрите, так, а ну-ка. Ага, сейчас нас будут обходить с этой стороны. Вот смотрите, вот 100% сейчас будет с этой стороны. Ну я же говорил. Блин, ну нас вообще убивают, ну очень как-то изи. Прям как нубов раскидывают. Я не знаю, что делать, потому что меня обходят с двух сторон. Ну, ребят, ну просто скажите, что мне делать? Вот мапсбро, сейчас его убьют буквально за пару секунд, я в этом уверен. Все, мапсбро, давай, пока. Ну, я, ребята, просто, ну, не знаю, что делать, потому что как-то странно. Мои тиммейты поступают, они как-то все умирают, в том числе я умираю. Так, ладно, давайте как-то будем идти рашить. Блин, ну как все так быстро происходит? Вообще жесть. Опа, мы начинаем отыгрываться понемногу, вообще красавчики. Давай, братан, дроуплей, давай, ты их всех нагнешь. Ну, красная команда победила. Эх, а ты был очень-очень близок к победе. Но, к сожалению, ребята, нам не повезло. Блин, я так заметил, что я чуть-чуть время проигрываю на запись, когда я играю. Вот когда я играю без записи, я просто нагибатор 228. О, только что кого-то убил, ништяк. Опа, еще кого-то убил, да вы что, вот это нагибатор. Здорово, дратути. Так, ладно, ребята, сейчас Кента ПК все возьмет в свои руки, потому что, как я понял, надеяться на своих подписчиков это немножко глупо, потому что что-то вы, ребята, все сливаетесь. Вот это да, я сделал минус 3, если не ошибаюсь, за этот раунд. И команда красных победила. Ну, блин, ну я не знаю, что надо сделать, чтобы команда синих победила. Ребята, что надо сделать, скажите мне, пожалуйста, чтобы команда синих не сливалась. О-хо-хо, минус 1. Ну нет, я сделал минус 1, но, к сожалению, второй тиммейт с красной командой меня убил. И команда красных обратно побеждает. Ну, ребята, это уже вообще, это уже переходит все границы, потому что нас убивает просто, как, не знаю, как тузик грелку. Чё-то мы вообще ни о чем. Вот смотрите, сейчас нас обойдут с этой стороны, да? А ну-ка, смотрите. Я же говорил, просто нас обходят с этой стороны. Но я, ребята, сделал минус 2. И все равно команда красных побеждает. Ну что ж, я думаю, что на этом моменте будем заканчивать. Ребята, к сожалению, нас убили. Да. Я уже вижу комментарии. Я помню, ребят, под прошлым видео парень написал: Кента ПК, ну хоть раз в жизни ты выиграл блок страйки. Да, ребят, бывают такие моменты, когда я выигрываю, но они чуть очень-очень редко. И в этот раз я проиграл. Ладно, ребята, с вами был ваш Кента ПК. Обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно, и я буду стараться проводить больше сходочек. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока. Обязательно подпишитесь на мой канал. Все, ребята, всем удачи и всем пока.